едем в направлении городка Огородженец. Приветствую. Огородженец – это город, который входит в состав шляка Орлих гнезд. Посмотрим про всякие крепости, скалы, ну, в общем, смотрим. Сам городок Огородженец, а мы движемся в сторону замка. Городишко, как обычно, как все городки. Все дома в основном расположены по центральной улице. Вот. Это руины замка. Вот этот вот шляк Орлих гнезд, он такая область тянется от Ченстахова и почти до Кракова. И вот тут вот на таких вот, ну, на небольших горах были построены такие замки, как они остерегали польское королевство от нашествия князей шлензакских. Короче, поляки остерегались от шлензаков. Такое живописное место. Здесь устраиваются тут рыцарские турниры. Вот. Несколько это городов, но мы вот в один городок выбрали, который поближе от нас. Такое. Вот. Забрались немножечко, и такой красивый-красивый вид. Действительно, все с этой горы видно, как сказал Костя, едут какие-нибудь татары-монголы. И их сразу видно. Ну, татар-монголов, конечно, здесь не было. Здесь были шлёнские князья. Тут сегодня какой-то рыцарский турнир, наверное, должен быть. Там он готовится. Лошадей привезли. Не знаю, что за турнир будет. Ну вот, собственно говоря, от этого замка, конечно, мы внутри сейчас. Остались только одни стены. Остального ничего нету. Конечно, на все на это посмотреть интересно, но вот жить вот так, блин, в этих камнях, еще зимой. Хорошо, мы тут летом полазили, посмотрели, да уехали опять. Вот. Ну, один раз, конечно, можно посмотреть на все на это. Что это такое? День сегодня очень хороший, хорошо. Вот. Ничего не осталось, конечно. Только стены каменные. Ну, эти такие стены каменные, блин, вон. По 2 метра шириной. Ёлки-палки, как все это строили. Вот такой вот часть Орлиного гнезда. Из окошка замка. Красиво. Прям представила себя каким-то там древним рыцарем, который охраняет королевство польское от кщен, в общем, от шлензаков. А это катапульта. Непонятное. Что такой катапультой можно было убить? Там еще вдали виден еще такой вот на скале тоже маленький замок. Вот, наверное, они, например, замечают врагов, разводят костер и здесь видят, что ага, идут враги. И вот таких вот здесь очень много замков. Класс. Вот там внизу делают вот такую вот дорогу. Можно как бы на санках ездить, но не на санках. Не зимой, а летом. Развлечения везде, теперь развлечения. Поэтому как-то серьезно все не воспринимается. Там вдалеке ездят рыцари, турниры. Ну, мы туда уже не стали вниз спускаться, там, тут, отсюда, только так, ковалочек.
какие развлечения здесь? Сбивает, что ли, там что-то? Ну, я думала, что они друг друга сбивать с лошадей. Садится уже. Спустились мы с замка. Вот это такой здесь маленький центрик. Остановка тут всех вот мотоциклистов, какие-то мотоциклы есть, и Yamaha, и Kawasaki, и BMW. И все что угодно здесь вот с мотоциклами останавливаются.